Всем привет, меня зовут Настя Кувшинова, я медиа-координатор экологического движения «Раздельный сбор». Сегодня мы поговорим о воде. Вода в одноразовых пластиковых бутылках не экологичная и дорогая, но в то же время пить из-под крана как-то страшно. Что же делать? Для дома есть два варианта. Вариант первый – это установить дома фильтр, и тогда у вас всегда будет чистая питьевая вода. Если по какой-то причине вы не можете поставить фильтр, можно заказывать домой воду в оборотных бутылях. Тогда количество отходов на единицу воды будет меньше, чем если вы будете покупать воду в одноразовом пластике. Если вы вышли на прогулку, захотели пить, а вода у вас закончилась, не спешите бежать в супермаркет за водой в одноразовом пластике. В Санкт-Петербурге есть много пунктов, где вашу бутылочку наполнят бесплатно. Чтобы найти их, заходите на сайт твоявода.ру, ссылка в описании видео. Там есть ссылка на карту со всеми пунктами, и там же есть ссылка на телеграм-бот, который поможет вам найти ближайшую точку разлива воды. Если у вас в руках все-таки оказалась одноразовая бутылка из-под воды, пожалуйста, не выбрасывайте ее, лучше сдайте ее в переработку. Когда вы сдаете бутылку в переработку, пожалуйста, сомните ее. Так она займет гораздо меньше места, контейнер для бутылок будет заполняться медленнее, и нужно будет реже гонять машину для того, чтобы его опустошить. А это значит меньше выхлопных газов. На этом все. Будьте экологичны.